И вот наступило время последнего коронного доната. Ну, вообще-то, нет, капитан, очевидность. Это далеко не последняя коронная пушка в игре. Да, приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность, по-моему... Да! Даблки! О, да! Holy shit, baby! Даблки! Красиво! Ну, стараемся. На то мы, как говорится, и Ракутагиным. И есть у меня для вас офигенный, друзья, анекдот. Анекдот такой. Мужик купил козу. И на первый день коза дала 5 литров молока. На второй 3 литра. А на третий день всего 1 литр. На четвертый день мужик решил свозить козу к ветеринару. Привет к ветеринару. Ветеринар осмотрел козу. Говорит, вы знаете, ваш козел, конечно, задрочен в край, но жить будет. Ха-ха-ха-ха, да. Анекдотом, кстати... поделился не просто кто-нибудь, а целый майор. Да, именно так, друзья. Это вам не в тапки срать, это похлеще, чем клизма горячим кофе с утра. А мы продолжаем гнуть с Ремингтоном. Так, Ремингтон сила, должен заметить. Ремингтон мощь. Ремингтон это реальный нагиб. Это... О, тактика! Но, к сожалению, не всегда ваншот. Такое тоже имеется. Вот тут как бы ничего не попишешь. От правды не уйдешь. Так, давай. Ага! Есть, голубчик! Да нормально, справимся. Нас двое, он один. Я думаю, мы смогем. А ну-ка, он где-то там должен быть. Опа, мой сладкий! Опаньки! Ха-ха, да! Надо да же, Ракутаген и правда, похоже, учится играть снайпером. Да, учусь. Ну, не особо, на самом деле, я не скажу фанат этого класса. Не-не-не-не-не, ну так я немножко... Я вот не понимаю, почему люди играют всякими СВ, выхлопами, и никто не играет с Ремингтоном? Кэп, ну, СВ и выхлопа объективно лучше, чем Ремингтон, но, как бы, они там ваншотят практически всегда. Но есть действительно масса людей, у которых есть пушки, которые хуже, и они с ними играют, но не играют с Ремингтоном. Ремингтон реально нечастый гость, то есть, я не знаю почему. На самом деле, когда он только появился, я эту пушку выбил, и хотя я не снайпер, я ее оценил. Она реально очень душевная, она классная. Мне она больше нравится, чем большинство пушек, ну, скажем так, ну, более старой эпохи. До СВшки, до выхлопа. Ремингтон очень классный, ну, очень стандарт. Наступает момент, когда Ракутагин становится бесполезным говном, и его тиммейты справляются сами. Кэп, я все правильно делал, это первое. Второе, бесполезное говно тут только одно, это ты. Это вдруг почему? Да ну потому что ты 6 лет сидишь в углу, короче, там, и что-то говоришь. И между прочим, из-за тебя еще люди думают, что у меня шиза, понял? Люди реально считают, что ты это, как бы, что тебя нет, короче. Ну я есть. Да я-то знаю, что ты есть, но это ничего не меняет. Так, а ну-ка. Давай. Тип. Опаньки, ха-ха. Нагнут тенчик. Так. Блин, соло РМ, конечно, что-то в этом сезоне вообще легкие идут. Я не знаю почему. Но тем не менее, факт. Да. Очень душевно, глубоко и надежно получается. Так. Таня, что это за позиция? Ведь очевидно, там никого нет. Кэп, мне очевидно, что кто-то есть. Видел, да? Очевидно а ему. А у тебя пинг на 4 палки скачет? Какая разница? Мой пинг тебя не касается. Ты давай это, тему не переводи. Лох, ты понял? Да. Такие дела. Все нормально, все хорошо. Теперь точно. Так. Ну-ка давай, не расслабляться. Ага. Сука. Я вот говорю, вот. Все-таки кэп. Ну какие СВ, какие выхлопы? Пушка, конечно, душевная, но... ваншотом она все-таки таким не славится. Хотя еще не так давно, до того, как Блэквуд появился, да, вот до этого всего. Пушка вообще ультимативная была, мега нагибная. Сейчас, к сожалению, уже не так мощно. Но тихо, сука, нет! Headshot, baby, you got owned! Да! Врачи вот там, врачи! Ах, благодарю, Нарина! Эх, по-моему, я не дам! Ладно, посмотрим. Посмотрим, чья возьмет. Все будет нормально, я думаю. Даже очень. Обожаю, когда вначале ты всех нагибаешь, а потом наклон в обратную сторону вдруг начинает идти. Ой, иди в сраку, блин. А мне не нравится, я люблю, когда наклон идет только в одну сторону, когда я наклоняю. Вот так вот. Меня беспокоит тот тип, который наверху. Вообще, на самом деле, позиция так себе у него. Я вообще не понимаю, зачем здесь верха брать. Я не знаю, они тут бесполезны, серьезно. Как думаешь, наши любимые, глубоко уважаемые разработчики и локализаторы уберут эту карту с РМа? Наших разработчиков и локализаторов самих давно пора убрать, я не знаю. Они сейчас вот доиграются, а еще минус там несколько тысяч онлайна будет. Потом они такие, ну мы тут подумали, а действительно, а почему бы не оставить
эту карту как бы только для паблика. Паблика, ну как бы, ну понимаете, да, карта такая, ну не самая удачная. Да, я иду наверх, но я иду, потому что противники сильно открываются. На самом деле, грамотная тима здесь под верха почти не открывается. И тогда уже, опаньки, это не нужно. Так что если будете играть против скобок с копкой, то подумайте 100 раз перед тем, как лезть наверх. Мне кажется, это не самая лучшая позиция на этой карте, наверху. Ага. Да, ну блин, сука, стилеры, пацаны, не надо так. Все. Изи, как я вижу, опять да. Получилось. Да? Ну, посмотрим, что дальше ты покажешь, когда лиги поближе к первому. Ой, Кэп, не ссы. Совсем плохо играть точно не буду. Все будет нормально. Такие дела, друзья. Remington MSR показал себя вполне годно. Годная пушка. На гипс с ней идет качественный, глубокий и надежный. Так что жаловаться, ну просто не приходится вообще никак. 13 фрагов, один хорошо для you was own, 13 к 1 сыграли, да и меткость не самую плохую для снайпера показали, с учетом Т9. Так или иначе, если данное видео вам понравилось, по каким-то, я знаю, как бы нет, но вдруг, как бы, всякое может быть. Ставьте лайки, да. Лайки ставьте, это как бы не обязательно, но желательно. Яйца шите, это обязательно, без этого просто никуда. Яйцо почитал, и твой Remington MSR ваншотит лучше любого выхлопа и лучше любой травелы. Во. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.